сейчас поговорим о спорте. Надо же лишний раз говорить, что он развивает человека, а мужской спорт из мальчиков делает мужчин. Особенно если это рукопашный бой, да еще и полноконтактный. Воспитанники краснодарского клуба «Лидер» с детства им увлечены, и уже есть результаты. Юные спортсмены привезли медали, в том числе и высшие пробы с чемпионата мира. С победой их поздравил Виталий Молчанов. Яркие моменты триумфа. Через несколько мгновений юный краснодарский спортсмен Эрнест Манукян станет чемпионом мира. На турнире в Кисловодске он стал лучшим среди сверстников, а его брат Эрик завоевал бронзу. Мы занимаемся уже 3 года, и благодаря тренеру и родителям нашему успеху мы выигрываем все соревнования. Мы тренируемся каждый день по 2 часа, и из-за упорных тренировок мы стали такие сильные. Поначалу, конечно, было очень сложно, признаются братья. Пускай счет 11-3, с которым в финале Эрнест одолел спортсмена из Таджикистана, не вводит в заблуждение. Легких побед не бывает. Все через пот, а в этом случае едва ли не через кровь. В этом году все счет 11-2, победа Красный. Это уже не первый международный турнир, на котором успех приходит к юным спортсменам, постигающим спортивное искусство единоборств у тренера Ахмада Ризоева. Медалей у мальчишек столько, что, может быть, уже пора задуматься и о профессиональной карьере. И это очень такое трогательное состояние у тренеров, которые воспитывают вот таких чемпионов. Это, ну, большое дело для тренера. Каждый тренер хочет, чтобы его воспитанники занимали, то есть, достойные места в таких крупных соревнованиях. И вот мы это сделали, то есть взяли первые места очень в тяжелых боях. Это непередаваемые, скажем, эти эмоции, ощущения. Это очень здорово, когда у тренера достойно выступают и выигрывают такие ученики. Довести до ума неопытного ученика – мечта каждого учителя. Остается порадоваться и за него, и за ребят. И, конечно же, пожелать им успехов. Виталий Молчанов, Игорь Степанов, телекомпания «Краснодар».